небольшим сообщением, точнее напоминанием про очередной Энтершарм, который состоится 18, 19, 20 сентября. Многие из вас просили меня об этом вовремя напомнить. Вот, напоминаю, да. Я обязательно там буду. Да, действительно, выставка просто огромная. Я приглашаю вас. Вы обязательно найдете чем там заняться. Главное, я вот хочу вам сказать, как человек, который на этих выставках собаку съел, что называется, да? Не стесняйтесь задавать вопросы. Не стесняйтесь просить координаты мастера, который вам понравится. Не стесняйтесь следить за работой косметолога, парикмахера. Не стесняйтесь предложить им свою кандидатуру в качестве клиента. Я имею в виду не на выставке, да, хотя и на выставке вы можете тоже многое что бесплатно попробовать, что многие тоже спрашивают меня: Оксана, научи, как найти своего косметолога. Но поверьте, никакое мое мнение, никакое или мое, или чужое вам не, скажем так, не заменит собственных наблюдений. Вы посмотрите, как работают, вы сравните, как работают многие доктора. Поэтому приглашаю 18, 19, 20. Цена билета порядка 40 гривен. Если вы живете не в Киеве, а просто в городах Украины, я вам очень рекомендую выделить на это время, деньги, купить билет, приехать, да, приехать, чтобы посетить, быть на этом событии. Но есть электронные билеты для специалистов индустрии красоты. Если у вас есть визитка любого салона, где вы работаете или собираетесь работать, то вы можете сделать электронный билет на сайте, потом предъявить визитку, пройти бесплатно как специалист индустрии красоты. Важный момент. Заходите, подписывайтесь ко мне на Инстаграм, потому что я буду выкладывать свежие свои репортажи, фоторепортажи в Инстаграм с выставки Интершарм. Какие-то очень красивые сюжеты из процедур, какие-то фотографии, новинки. Вообще все самое интересное, все самое вкусное моими глазами на Интершарм. Так что заходите, подписывайтесь. Рада буду видеть вас. Увидимся. Пока-пока.